Сейчас хотелось бы рассказать про то, что как сделать антенну своими руками. Вот заметьте, мы сейчас находимся довольно-таки далеко от вышки РТРС, которая находится примерно в 30 канал, в 30 километрах, и мы ее фактически не видим, то есть она вне зоны видимости, нас там отделяет, ну, поле, несколько домов, линия электропередач и несколько рядов деревьев. Но заметьте, качество сигнала 93, уровень сигнала 93%, ну в районе 90. Довольно мощный сигнал. Теперь я показываю приставочку, какая у нас используется антенна. Вот такой вот кусок оголенной проволоки по факту. Используется к приставочке BBK. Вот. Рассчитал я ее по интернетовским фишечкам, вот так сказать, взял 300, поделил на частоту канала, вот на эту, на 698. 300 делим на 698 и делим еще на 4. В результате получаем 10 сантиметров. Мы берем 10 сантиметров, вот эти оставляем и загибаем, оголяем обычный телевизионный кабель. Здесь мы берем, оставляем изоляцию чуть-чуть с экранкой вместе, ну, сантиметра 2. Делаем переходничок, ну, не переходничок, а коннектор, да, штекер. И вставляем его в данное отверстие. Тем не менее, у нас довольно-таки хорошо стало ловить. Если у вас два канала, например, частоту 698 и, например, 620, то берем среднее значение по ним и считаем среднее значение. Берем как? Складываем 698 и 620, делим на 2. Ну, там получается, ну, порядка 650, грубо, да? И теперь мы 650 эти берем в оборот. 300 делим на 650 и делим на 4. Получается, сколько-то там сантиметров. И именно вот эти сантиметры мы оголяем, делаем 2 сантиметра изоляцию. Это можно сделать все банальным ножом. Ставим коннектор и вставляем в приставочку. Ну, посмотрим качество сигнала, на самом деле, посмотрим каналы те, которые будут, не будут ловить у нас. Ну вот, включились каналы, при том качество довольно-таки хорошее, не видно ступенек.